Обычно в дни празднования Наурыза праздничные мероприятия проводились на всех городских площадках, в скверах и в парках. Но в 2020 году праздничные дни в Казахстане совпали с началом введения режима ЧП. Поэтому проведение народных гуляний в прошлом году отменили. И в этом году в нашей стране праздничные выходные, посвященные празднику весеннего обновления Наурызу, проходят по прошлогоднему сценарию. Массовые гуляния запрещены. Жителям рекомендовано отпраздновать день весеннего обновления в узком кругу. Власти решили не подвергать население риску заразиться. Поэтому отменены концерты и другие мероприятия. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Актюбинской области в действии на сегодняшний день постановление главного госсанврача Актюбинской области за номером 1 от 13 января, где в части имеется запрет проведения конференций, форумов, выставок, зрелищных, а также праздничных корпоративов, торжественных и других мероприятий с массовым скоплением людей. Поэтому в преддверии нашего большого праздника Наурыз Мейрама я хотела бы обратиться к жителям Актюбинской области, чтобы данное мероприятие встречали в семейном кругу с соблюдением основных мер профилактики. Здоровье каждого из нас – это в наших руках. В праздничные дни полицейские ведут круглосуточное дежурство, чтобы следить за общей обстановкой в городе, во избежание массового скопления людей. Мониторинговые группы тоже ведут активную работу. На сегодняшний день, вы знаете, по Актюбинской области работают 47 мониторинговых групп. С начала года от мониторинговых групп поступило 133 обращения. На все 133 обращения приняты меры административного воздействия свыше 19 миллионов тенге. В целом, пройдясь пешком по центральным улицам города, можно почувствовать праздничную атмосферу. На проспекте Абулхаирхана установлены красочные декорации, где можно сфотографироваться на память. Опрос, который был проведен среди актюбинцев, доказывает, что многие не особо расстроились из-за отмены массовых гуляний. Люди говорят, что понимают, что так надо. До пандемии было на Наурыз встречали очень хорошо. Было весело, все. Ну, действительно, это сейчас такое время, пандемия. Каждый уже страхуется, боится заболеть. Ну, сейчас каждый воздерживается. Вот я лично тоже сейчас воздерживаюсь идти на гулянки, уже боюсь. Дома с семьей и все. Хотелось бы на концерт, как раньше, в юрте посидеть? Честно, я и раньше в юрте не сидел. То есть вас это, в принципе, никак не огорчает? Так, не отражается на мне. Я и все праздники мы дома отмечали, да. Внутри. Настроение внутри, зачем вот это вот? Да, куда-то идти, внутри. Грязь месить. Мы будем отмечать в кругу семьи. Вот, готовимся. Все. Вас не огорчает, что не будет, ну, вот как раньше, концертов, народных гуляний? Ну, конечно, хотелось бы, но раз нельзя, значит нельзя. Дома. Бешбармак сделаем, лепешки напечем и будем дома отмечать. А то, что концерты отменили, народные гуляния, вас не огорчает? А что сделаешь? Надо же как-то побеждать коронавирус. Значит, меньше надо гулять. А зато потом будем гулять и все на свете. Лиза Цакиева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».